Дагестан присоединился к всероссийскому историческому квесту. Ко Дню Победы под Сталинградом участие в нем приняли около 200 школьников из разных уголков республики. В здании исторического парка «Россия. Моя история» ребятам предстояло пройти ряд испытаний, в том числе разгадать шифр по азбуке Морзе, принять участие в викторине на знание даты событий битвы, уже в интерактивном зале музея собрать танк. Ребята не только проходили испытания, но и охотно делились знаниями об одном из самых главных и масштабных сражений Великой Отечественной войны. Именно эта битва была важной в войне, именно она стала, так роковой. Сказать, да, ключевой. После этой битвы немцы, как сказал мой отец, стали идти назад, назад, назад. Отступать. И... Наши стали... Это был переломный момент для жителей Советского Союза. Они знали, что немцы не смогут взять Сталинград, и поэтому давили на них.